Я думаю, что самую старую профессию всего мира победить вообще невозможно. Даже не надо за это браться. Наши молодые девочки на сегодняшний день настолько освоились и без всяких салонов с понятием «я проститутка», да, прыгая из одной постели более богатого мужчины в другой, забирая иногда не деньги, а телефончики, компьютеры, квартиры и фитнесы и салоны, оплату, что им уже особо там сутенеры и не надо, они сами себе сутенеры. Вот. Поэтому победить тем более вот эту огромную массу перебегающих с яхт по ресторанам девочек, да, невозможно. Невозможно, да и кто этим будет заниматься, полицию нравственности создавать, ради чего? Я думаю, что всегда нужно противоставлять этому легальность. Мне кажется, что так или иначе это было, есть, будет. Под маркой одного, под маркой другого. Но если кто-то действительно решил, что это его профессия, и он таким образом может, хочет, почему нет? Наверное, надо как-то к этому вот так подходить. Я не говорю, что это надо прям вот брать и разрешать, но тем не менее думать об этом нужно. Это мое мнение, я так думаю.